Передача на Павловича. Павлович на Гавруса. Гаврус на пятак и 3-1. Минское «Динамо» сокращает отставание в счете. Денис Казионов становится автором первой шайбы «Динамо» в этой игре. Казионов опережает Патрика Лунда и в противоход Барри Брасту отправляет шайбу. 3-1 в начале третьего периода. Минчане возвращаются в игру. Я очень надеюсь, что нас ждет очень яркий третий игровой отрезок.